Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С помощью этой видеоинструкции, если вы не знали, то научитесь, а если по каким-либо причинам забыли, то вспомните, как устанавливать торговые стратегии в терминал MetaTrader 4. Стоит отметить, что данная инструкция предназначена для тех стратегий, в комплекте с которыми идут какие-либо файлы для установки в терминал. Если стратегия безиндикаторная, например, полностью основана на комбинациях японских свечей, то в этом случае вам ничего устанавливать не нужно. Рассмотрим процесс установки на примере торговой системы Symphony Trader System, которую вы с легкостью сможете найти, воспользовавшись поиском. В конце каждого поста есть кнопка «Скачать», нажав на которую начнется скачивание архива с файлами системы. Открываем папку закачки и распаковываем архив. Как правило, в архиве находятся файлы индикаторов, шаблонов и, возможно, советников, если они входят в состав стратегии. Так, переходим в папку Indicators, где находятся файлы индикаторов. Они имеют расширение EX4 и MQ4. Копируем содержимое папки. Затем открываем терминал. Жмем «Файл» и «Открыть каталог данных». Открывается папка с данными терминала. Тут переходим в папку MQL4 и вставляем скопированные файлы в такую же папку Indicators. Еще в стратегии Symphony Trader System есть файлы шаблонов. Они находятся в папке Templates и имеют расширение TPL. Копируем этот файл, переходим в каталог данных терминала и вставляем в папку Templates. Вообще же, файлы торговых систем, скачанных с tradelikepro.ru, для вашего удобства уже собраны таким образом, что вы можете просто скопировать содержимое из папки с названием «Стратегии» напрямую в каталог данных терминала. Жмете «Да» на вопрос о замене папки, и все, в пару кликов вы установили все необходимые файлы в MetaTrader. Перезапускаем терминал. И первым делом проверяем настройки. Идем в сервис, настройки и смотрим, чтобы во вкладке «Советники» галочки были расставлены следующим образом. Затем открываем окно «Обзор рынка». Ищем ту валютную пару, для которой предназначена система. Кликаем по ней правой кнопкой мыши и выбираем окно графика. Открывается график валютной пары. А если необходимого инструмента нет, то нажимаем правой кнопкой мыши по любой паре и выбираем «Показать все символы». В этом случае отобразятся все доступные пары вашего счета. Теперь нам необходимо поменять таймфрейм графика на тот, который нужен для торговли по системе. Щелкаем в любом месте графика правой кнопкой мыши, выбираем период и выставляем нужный таймфрейм. Как вы помните, в составе Symphony Trader был файл шаблона. Если также в комплекте вашей стратегии есть шаблон, то в любом месте на графике кликайте правой кнопкой мыши, жмем «Шаблон» и из выпавшего списка выбираете шаблон стратегии. После этого система готова к работе. Дальше уже все зависит от вас. Если же шаблона не было, то вам нужно установить индикаторы на график вручную. Инструкцию по установке и настройке индикаторов вы можете найти на нашем сайте. После установки каких-то новых дополнительных индикаторов вы можете сохранить свой собственный шаблон,
нажав правой кнопкой мыши «Шаблон» и «Сохранить шаблон». Задаете какое-то имя и нажимаете «Сохранить». Если ваша стратегия рассчитана на работу с несколькими валютными парами, то повторяем все наши действия. Открываем еще один график валютной пары, изменяем таймфрейм и загружаем шаблон. На этом все. Спасибо за внимание. Видео записано специально для сайта tradelikepro.ru. Всем пока!